Всем привет! Продолжаем бродить по городу Санкт-Петербургу. Правды 20. Архитекторы Данини. Год постройки 1903-1904. Стиль модерн. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом Тамми и Дечмана. Гимназия Стоюниной. Как я уже сказал, 1903-1904 год. От Данини Сильвио Амвросиевич. Русский архитектор, гражданский инженер итальянского происхождения, автор проекта храмов и жилых домов в Царском селе и Петербурге. В 1850-1860-х годах участок Копылова, особняк два владельца в глубине участка, в 1862 году построил техник-строитель Достоевский. В 1895 участок принадлежал купцу Ивану Александровичу Алферову. В 1901 Альбертине Рудольфовне Пастор. В 1904-1917 директор управления Пьетро-Мариевского общества каменноугольной промышленности, инженеру пути сообщения Сигизмунду Маврикиевичу Дечману и члену русско-французской торговой палаты, председатель управления Нижне-Селиминжинского золотопромышленного товарищества и Тосно-Александровского товарищества на паях Альфреду Юрьевичу Тамми, жившему в доме с 1907 года. Доходный дом на участке в 1903-1904 годах в архитектурном стиле модерн построил архитектор Данини. После 1904 года в правой части дома находились классы женской гимназии Марии Николаевны Стоюниной. На пятом этаже были жилые комнаты Стоюниной. В квартире 21 жила семья Николая Ануфриевича Лоскова, женатого на дочери Стоюниной Людмиле Владимировне. Здесь провели детские годы их сыновья Борис и Владимир. В 1941 году в июле в здании формировалась 3-я фрунзенская дивизия народного ополчения, о чем свидетельствует памятная доска. В 1980-х здесь жил режиссер Пушкинского театра Александр Александрович Музель, происходивший из театральной династии Бороздиных, Музелей, Рыжовых. Заслуженный деятель искусств РСФСР, театральный режиссер и педагог Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1964 года в квартире номер 8, около 20 лет, до отъезда в Москву, жил народный артист СССР Альберт Иванович Борисов. Итак, в этом доме жили гражданский инженер Котович, философ Лоский, языковед академик Фортунатов, совладелец дома Дечман, совладелец дома Тамми. Здесь находился техникум в 1973 году, в 1980 детский сад номер 20, в 2004 Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж. Вот так вкратце по данным сайта City Walls о доме номер 20 по улице Правды. Пока-пока, до свидания.